Друзья, здравствуйте. У нас на дворе весна, 20-й год, Кишинев, Кауфланд, Ботаника. Такое вот пиво продается, Леон Штайнер, такой вот текила. Это разновидности такие. Это продолжение второго видео, я в прошлый раз не все снял. Значит, есть у нас вот такой Леончик. Это у нас разные, они разновидности такие. Есть Леончик еще вот такой вот. Красненький, малиночка. Цена его 16,90. Такие вот 22 лея. Так, что еще, что еще? Бутылки мы не касаемся. Леон Радлер. Радлер 6,95. Штефанс нефильтрованный. Это Дрезден выпускает, Германия. Есть еще Штефанс, другая фирма. Мне кажется, разные заводы делают. Штефанс красный, но не совсем красный. На камере передается ярко-красный. На самом деле он такой бледный-бледный красный. Хотел его взять, но не буду. Возьмем черный. Штефанс голубой. Ой, синий. 12,30 стоит. Красный 9,95. Штефанс зеленый. Разные вкусы. Премиум. Премиум стоит 12,95 тоже. Что еще? Ну, мы покупаем, значит, берем упаковочку Леончика. Леончик у нас стоит 46,50 упаковка. Представляете? Классно. Упаковка. Сейчас, секундочку, ребята. Так, возвращаемся. Штефанс, вот такой мы покупаем себе. Мы с другом ходим здесь в Кауфланде, смотрим. Дункель, темное пиво такое. Ну, для коллекции будет самое то. Стоимость его 13,95. Вот он, кстати, я его сейчас покажу вам. Вот он, Штефанс. 13,95. Вот он, красавец. Черный самый классный, мне кажется. Я коллекционер спросил. Дорфер такой вот 12,65. Вот такой вот. Вот такая Румыния. Дорфер. Что еще показать вам? Что еще? Есть еще Леон, Штайнер, Бир. Вот они отличаются почему-то цены. Бир и Блонд 38,50. Тоже, я так понял, что за упаковку, потому что одна штука, 1 литр стоит 19,25. Если так умножаем. Есть еще вот такой Леон. Вот еще такой Леон есть. Без алкоголя. Стоимость его 24,95. Упаковка. 4 банки. 2 литра, 24,95. Что еще? Упаковка уксуса. Уксус у нас стоит 75. Так, дальше что? Ну, это я показывал вам. Одингер, любимая фирма. 12,55. Старопрамен новый какой-то. Ну, Старопрамен — это румынская лицензия. Так, что еще? Что я еще хотел вам показать? Ньюмарт. Это Румыния, пиво румынское. Притом две версии идет здесь. Ньюмарт оригинал пивус, а оригинал пивус какая-то такая акция желтая, вот такая вот здесь нарисована. Бучеги. Хорошее пиво. Берем. Два коллекционера мне заказали. Банка красная и на камере красным передается. Стоимость его 15,35. Одингер.
Ну, Оттингер не менялся, цена 29,55. Вот такая вот, вот такая вот баночка у нас. Пшеничка. Дальше что? Что еще? Пилсен Урквин. Ну, не могу я пройти мимо него. Мы его будем возьмем. Меня раздразнили люди. Возьмем Пилсен Урквин себе. Хорошее пиво, вкусное. Так, что еще? Францисканер стоит 36 лей, баночка. Пилсен Урквин стоит 21,75. Радеберг 25,95.